Так, переименовываю все стримы. Так, 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 18. Сколько время стоит? Сейчас возьму ссылочку на Варди Open. Я везде все переименую. Так, короче, сегодня все игры до конца, вот. Сегодня все игры до конца, сейчас я вам покажу, чего у нас тут все игры до конца будут. Ребят, вот турнир, который сегодня вы увидите, это Варди Open вечером. Сейчас играет Нерчио против Хеллрейзера. По реплеям это будет все происходить. Вот. Украинский игрок, который пробился, молодец, в плей-офф. Пробрил, между прочим, он Валета 3-2. Вот. ДНСу проиграл, но потом Рейнера еще пробрил. Вот такие вот дела. То есть у Хеллрейзера ПВЗ очень крутое. Значит, с Нерчом может пободаться тоже. Хотя Нерч, конечно, уровня другого. Немножечко как валит их. И Рейнер посерьезнее будет. Также сегодня у нас будет полуфинала ДНС против Хеллрейзера и Лайф против победителя Нерча Хеллрейзера, соответственно. Матч за третье место и финал. Призовые $300, 150 и за третье место 50 за четвертое. Бородочка. Бородочка за четвертое. Ну, не знаю, обидно тому, кто четвертое займет. Ну а что поделаешь? Так распределено. Ждем начала. Ну а с вас, ребят, естественно, все ваше внимание. Любовь к Старкрафту. Комментирование в чатике. Поддержка моего канала, естественно, по реквизитам описания через плеер. Отблоки и премиумы, вот. Ну и ждем, ждем начала этих крутейших игр. Так, что там добавился? Да, Twitch, погодите, Twitch не идет до сих пор, что ли? Сейчас проверю. Все, Twitch появился. Отлично. Значит, все будет работать.
Сеточку только что ж кидал же вроде ж. Ну все, погнали. Нерч против Хеллрейзера. Первая реплеечка у нас. Поехали, ребят. Это все в прямом эфире, это никакая не запись сегодня. Но я так полагаю, часа 3-4 этот турнир продлится здесь. Это факт, потому что у нас раз бо 5 полуфиналы, еще плюс 2 бо 5, то есть 3 бо 5. И матч за третье место я не знаю, бо сколько, бо 3 или бо 5, наверное, он скорее всего. Ну а финал бо 7. Я не думаю, что матч за третье бо 7 тоже. Так, Нерч вообще не проконтраливает рабов. Здесь он по три минерал добывает. А, еще один К было собрано зрителями и спредерно между участниками. Вот это да. Это круто. Причем Барди 400 баксов запилил. Сам Барди 400 запилил, о чем. Ну что же, круто. Варди молодец, ребят. Можете тоже у кого возможность поддерживать, соответственно. Вот, Варди хороший чел. Он как бы пускает во все турниры. И вообще, как бы я с ним контактирую, помогает постоянно. Респектон ему. Россияне будут сегодня играть или только инозинцы? Россияне, понимаешь? Кто такие россияне? Ой, давайте, граждане России. Граждан нет России, но есть Hellraiser, который наверняка по-русски умеет говорить, потому что он из Украины. Вот. Так, а может даже и писать, хотя у многих там проблемы уже сейчас начинаются с этим. Ну что, ребят, замечать я стал это давненько еще. Короче, третья хатка напилена. У Нерча, у Hellraiser Twilight на мэне. Ну, все стандартно, абсолютно. Видите, где у него проход вообще? Что-то не вкуриваю. Вот здесь вот, наверное, за пилоном, я так понимаю, проход. Хотя не видно, чтобы здесь он был, как бы, да? А, не, есть, есть. Вот он как раз, да, около пилона проход. Плюс 2 гейта делается. Ну, Глефа плюс гейты, собственно. Как-то так. Здесь прокси пилон, Нерч его не видит. Возможно, здесь будет и прокси гейт еще. Потому что да, это улын, это масс гейты адепты, в общем-то, пошли у нас тут вообще. Как же везет Hellraiser, что Нерча овер висит таким образом, что ни хрена не видит, а? Три гейта пилятся сюда. Здесь 3 плюс этот 4, в общем-то, короче, дела такие. Да, все, на Твиче все я запилил, вроде все работает. Вот, короче, болеем за Hellraiser против Нерча, но уже результат как бы известен точно, там, тем Варди точно известен, мне нет, потому что из репки это все происходит, соответственно, вот. Ну, а другие игры в прямом эфире будут. Открываются гейты. У Нерча 6 тайминговых, стандартных, абсолютно роучи здесь делается. Видит, мне еще здесь не заказан третий никс.
Видит первого адептика варпящегося нерч. Роу, чему пошел? Сейчас он прекрасно понимает, что здесь адептура вообще работает. Роучи выдвигаются вперед. Все, Хеллрейзер распалил нерч. Ну, заказывает масс Роучи, что тут и говорить. Пытается разваливать. Куда адепты будут в Роучи врываться или нет? Да, врывается в Роучи Хеллрейзер. Двух убивает. Еще адепты варпятся. Ну, тут продакшн Роучи слишком большой нерча, я думаю, и поэтому Хеллрейзера навряд ли получится прибить. Рабочий Hellraiser уничтожил. 40-33 по рабам, но боевой лимит вы видите какой. И здесь ведь еще гейты стоят. То есть, когда они будут уничтожены нерчом, Hellraiser больно станет. Здесь у нас два старгейта дома пошли. Кфаил подчеркивание ТВ поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, комментатор от бога. Счастья, здоровья. Спасибо, ZPL TV. Что-то сегодня уже второй такой комментарий. В натуре, что ли, от бога? Или от Гоги? Так, адептура сливается здесь. 53-78. Не все цифры у меня. Я там забыл одного человека забрать. Вот. Раньше два прокси гейта все время делал колдун такой. Никнейм был у прокси у того. Так, сейчас я возьму, подождите, ребят. Пробивает нерч, прокси все убивает. Залез текст серьезно тут на меня прям. Но это потому что поддержка. Так, Бигжаб, что ты чешешь ему? Где там кто что не понимает вообще? Даже, блин, на самом западе там все понимают прекрасно. И в Грузии, и там на востоке, да. Там уже вообще печаль. Так, Hellraiser в третий Nexus выходит. Обратите внимание, что Hellraiser здесь еще и по рабам более-менее адекватную ситуацию вышел. Построил грелок 4 штуки. Что, в армаду еще, что ли, будет свич? Не, ну армада это интересно, но у нерча очень большой пуш потенциал сейчас. У него роучи есть, как бы у него гидры сейчас масс выходит. Так, и не надо спорить здесь на всякие темы. На левое. Так, а вот там нерча по дороге минуснул. Лиот, по-моему, это был. Бедняга Лиот. Ничего не поделаешь. Гидра вперед выдвигается. Неж решил не тянуть резину. В общем-то, 35 секунд, 36 до готовности ренжамува гидре. Ну, надо подождать. Плюс фаерболы. Еще грилки делаются, делается шторм. Ну, со штормом шансов больше будет отбить. Но мне кажется, что здесь уже с такими лимитами просто не выдержать. Приходит нерч, это минус Hellraiser. Вы видите, что здесь происходит. Были бы адепты, которые в гидру могли порваться. Тогда другое дело. Так, человек
не вкурит. Человек провокатор, он любит попровоцировать. Вот, ну, ничего не поделаешь. Вовремя рассекреченный провокатор становится говноедом. До окончания стрима. Вот. Так, нефть 1-0, значит, притворяются. Значит, ты или сказки рассказываешь какие-то просто. Вот, ну. Хотя есть такие, кто, да, типа как притворяется. Не желает этого делать. Мне так один знакомый рассказывал, я не встречал. Так, больше предупреждать не буду никого. И отвлекаться тоже. Нексус первый у Hellraiser, Пилон Гейт на лоу-граунде пошел. Сколько залпов адепт гидру расщепляет? Ну, за 4 удара, то есть 2 адепта за с 2 убивают. Для кого отдельный чатик? Да вот, скоро допилят личные сообщения, как бы, ну, можно будет в личку друг другу писать всякую туфту, короче говоря. Пока никак, вы видите, да, сами. Так, короче, я... Так, не, мне кажется, Бигжа, по твоей части, ну, сказки тоже присутствуют. Ну, по крайней мере, как бы любишь это, потому что, ну, Рева канала смотрит, тут сказочки любит иногда тоже послушать, очень много. Очень много смотрит, то. Ну что, 10 доллара передроп, ребят, все, отвлекаться больше не буду. Может, не сам, конечно, рассказывать.
Так, раз уж на то пошло, тут все. Пробивает нерч, короче, все проходы. Ребят, это 2-0 абсолютно точно. Я тут не вижу вариантов просто для просто отбиться. Везде набегают линги, везде минусуются пилоны. Для варпа, ну, доделался варп, но варпать-то неоткуда. Гифки упадут сейчас. Из-под оверчажа выходит нерч на мейне, грызет. Здесь пилон, здесь грызан, везде, короче, пилон сгрызан. Не получу. А, нерч все-таки кибернетку прогрызает. ГГ, Хеллрейзер 2-0, все. Кто такой Соловьев? Я вообще не знаю, кто это такой. Какой-то непонятный рептилоид очередной. Жидомасона рептилоид. Ну что, 2-0 Нерчо ведет, нужно вторую игру, третью точнее создавать. Но я что-то смотрю, тут судя по играм это 3-0, для Нерчо очень похоже на то. Вот, я не знаю, кто будет дальше играть, верхняя или пара, либо нижняя полуфиналы, без понятия. Айлейзер должен с ДНСом биться, а Лайв ждет победителя Нерчо с Хеллрейзером. Ну, может быть, Хеллрейзер сейчас покажет чудо нам какое-то, вот. Но если не покажет, то это будет Нерчо против Лайва, соответственно. Привет, Фоги Доги Стайл. Привет всем. Ждем третью Хеллрейзера с Нерчо. Ну а потом начнется прямой уже эфир, не по реплеям. Ну что, нерч 2-0, ребят.
Ну что, ребятон. Гигас Нексус кибернеточка сейчас будет у Хеллрейзера, но до кибернетки он подстраивает пробок еще. Вот кибернеточка только-только пошла. Нерча 17-я хата Гаспул. Так, ребят, секундочку проверю Twitch, это не хочет стартовать он у меня упорно. Не сомневаюсь, Twitch идет или нет, что он крутится-то? Ребят, скажите, Twitch идет вообще там на Twitch кто-нибудь есть? Я чуть не могу свой Twitch запустить сам. Прибегает два линга нерча, сгрузает две пробки. Здесь у нас строится просто рабочий адептик есть. Так, рестрим, кажется, упал. Ну что тут, Hellraiser Оракулом прилетает, пытается пожечь. Тут сегодня одни технические трудности. То рестрим падает, то еще что-то. Вот. Здесь раскачет помаленечку, еще один пилон ставит. По рабам 40-37, рабочих больше. 4 дрона сжег, но это все, что он сжег пока что. Титран активировал премиум на ваш канал. Спасибо. Так, весь Twitch лежит. В смысле, не весь Twitch лежит. Тут не только мой канал, что ли? Ну что, ребят, Hellraiser полетал, пожег нерчу здесь, пытается третий никс выйти. Два роба строятся. Нерч прекрасно здесь все видит. Есть грелка одна, адептики варпятся. Дистанс майнинг рабочими идет. Ну, дистанс майнингом поаккуратнее нужно быть. Оракулы где-то рядом летают. Да, что-то Twitch-то умер, по ходу дела. Сейчас попробую варди запустить. Что-то и варди не могу запустить.
падал. Так он у меня и не поднялся до сих пор, вот в чем проблема. Короче, здесь два иммортала первых у Хеллрейзера, Руба Бэй. Давайте смотреть-то, оракулами все еще летает, харасит. Руба Бэй делается, будут, видимо, колодцы. Я не знаю, что это может быть у него. Здесь пытается Линга подогнать. Нерч очень внимателен. Контроль этот гоняет. Так, здесь пробочку вот поехала. Адепт пытается сгрызть Нерч. Верчаж попер. Линга подгоняет. Хеллрейзер в итоге. Интересная эмблема такая. Вовчик. Все, я понял, это со стороны Твича. Спасибо за информацию, отпишу в компу, что это Твич. Блин, делается, плюс один. Делается, ни один грейд из этих не бустится, а два... А нет, один буст только в никуда. Но вот этим одним бустом как раз таки и надо бустить плюс один, чтобы плюс два быстрее сделать. Здесь Неж Гидро пытается идти пошатать Хеллрейзера на вторую базу. Не знаю, правда, что из этого выйдет. Камни падают. Ченджлинг заходит на Эш, чтобы вижен дать. И нет, сзади идет сразу. Поспешил Хеллрейзер. Два сразу верчажа запилил. Ну, одного достаточно бы, я думаю, было бы здесь вполне. Зашел нежить, два сталкера. Ой, два гидрала сразу слил. Лимит вообще одинаковый. Нет, не колосс, а дестабилизаторы. Смотрите-ка у Хеллрейзера. Ну, тут дестабилизатор это хорошо, конечно, но ими попадать надо очень четко. Так, после двух дестабилизаторов колоссы поперли. Колоссы без рейнджа, нужно рейндж обязательно заказывать, но Hellraiser варпит много сталкеров, реально, он видит выход, что ли, нерча. Да, выход здесь вот идет опять по вторую базу. Заходит, нет, на хайграунд нужно верчажа выставлять, сталкеры чуть там сзади где-то были. Нет, моментально выносит две фотонки, два пилона, на которых у верчажа были. Ну, тяжело обороняться, здесь тяжело всю армию быстро привести, вот когда зерк через это направление ломится. Древку Hellraiser дает, все успешно, короче, Hellraiser отдает в этой игре, я смотрю. Колоссы готовы, а что от них толку без ренжа? Здесь крип уже у нерча, то есть он быстро бегает отсюда сюда, пока просто заходит тут с разных направлений, пытается зайти. Нерч уже его разводит очень быстро. Ни много ни мало 45 бейнов запилено. Нерч готовится уже в лоб бой принимать. И хайф пошел. Уже пятая хата ставится. 74 дрона есть. Короче, по рабам все замечательно. Так, еще один ревелейшн кинул нерч. Ой, Hellraiser, прошу прощения, зеваю, что-то опять в центре встречают, отгоняет группы. Здесь камни надо бы пробить. Еще 40 бейнов нерч делает. 45 есть, и 40 будет, 85 бейнов. Нерч, кажется, решил постебаться, что ли, маленько. Не знаю, что он делает сейчас. Нахрена ему столько много беллингов. Без лингов. Кстати, здесь филдов нету, беллинги-то подрешают. И самое главное, что Hellraiser забыл. Рейндж колоссом. Все, нерч сплитится. Без рейнджа колоссов пошел на лом. Хорошо прижег сейчас дестабилизатор, но посмотрите, что происходит просто. Веллинги катятся. Такое ощущение, что они бесконечные у нерча просто. Колоссов заходит.
сталкеров заходит, жесткий демедж, четвертый Никсус падает, но Хеллрейзер жив-здоров. Колоссов, правда, не строит почему-то. Вот ему сейчас еще колоссов закатить. Ну тут уже корабторы пошли. Правда, Грейтер Спайра нет, то обычный. Тут 173 по лимиту. Нерж забегает гигантским плюс количеством лингов. Здесь одна фотонка на третьей базе, конечно же. Будет сгрызать сейчас хлам. И здесь еще... Ой, здесь проход не закрыт. 8 адептов. Давар пойдет. В Лефу еще не готовы. Вот печаль где. Так, здесь Люра, здесь Гидра. Вот Рейндж колосса наконец-таки готов. Нужно идти на четвертую базу. Здесь адептов без Глеф в линге просто унизили. Пробки попытались уйти, не ушли. Ну, это пишем ГГ, выходим, называют. ФЛРС, да что-то тут крип ходит, выбивает секунду. Оп, все-таки решил сдаться. Решил сдаться Hellraiser. 3-0 Нерчев. Ну, ожидаемый достаточно результат. Не потому что Hellraiser слабый очень игрок, а потому что Нерчев невероятно сильный сейчас. Вот. Так, ребят, Twitch так и не поднялся. Так, спасибо, Тетран, кстати, за премиум. Спасибо всем еще раз за поддержку, ребят. Так, на Америку идем. Нерчев против Элайва сейчас будет. Не понял. Ну-ка, ну-ка. Так, какое-то обновление.
Короче, ребят, обновляется, в общем-то, этот. Вот этот вот, короче. Вот эта вот шляпа. Я жду вместе с вами это все дело. Так, ну что, захожу вроде на Америку. Отлично, теперь в Европу не попасть. Сейчас на Европу обратно захожу, короче, ребят. Так, обратно на Европу коннекчусь, короче. Сейчас, секундочку, мама пришла. Так, короче. Так, поправился? Нет, я не поправлялся точно. Уж последние уже больше. Не 5-6 начал заниматься понемножечку. Наоборот, сейчас должен ходить чуть-чуть. Ну, в целом, может быть, да. Twitch у меня почему-то не работает все еще. Что-то с американским сервером и с Twitch'ом случилось. Блин, как же не вовремя эти апдейты сраные все выкатываются, а?
Так, рестрим перезапустить. Так, ну надеюсь, Twitch начал подниматься, ребят, Теф, еще хорошо бы информацию, если кто шарит, американский сервер вообще сегодня будет работать или ни хрена не будет. Вот. И про наушники, если туда такие вот они. Привет, другой. Это кофта с рукавами. Про ту, которую Грилл заказал, но XL оказался мне маловат, как бы, ну, как L примерно он размером оказался. Мне надо было 2 XL. Ну ладно, ничего страшного, будет такая она. Впритык. Коротенькая. Так, привет, Дэйфлай. Чё за тренировка? А, так я же вчера пришел после стрима. Ты как, чё, поподтягивал с Малеха сегодня, на брусьях маленько постебал? Кирдык Америки, что ли? Лордон Кинг. Ты играешь с огнем. Так, ребят, вы лучше не про там кого бомбить, там где чего. Лучше бы инфу про американский сервер, ребят, мне какую-нибудь дали, если есть у кого-нибудь.
Привет, наноалхимист. Чё с твичом-то не понимаю я, блин. Ну, короче, ждем, ребят. Так, попробуем на Америку зайти. Так. Ну что тогда? Штора закрыта. Так, да и флай 3/8. Но я уже 6-й день хожу или какой-то, у меня уже не болит ничего, как бы. Главное, первый день слишком не жестить, второй. Просто я как бы брусья день, брусья турник хожу. Если все вместе делать в один день, то тогда второй, третий день жестко, конечно, обычно бывает. Вот. А вообще через силу нужно второй день, третий поделать. Вот. Примерно столько же, как бы, сколько первый. Брус первый не же станете, все как бы пройдет тогда.
Так. Короче, пробую зайти на Америку вместе со всеми, ребята. Так, да что ж ты будешь делать, а? Так, короче, ребят. Так, все, Америки, Америки, готова Америка. Себя стоит этот турник на все, ну одни, ну турник хорошо, но груси и турник, и надо и отжиматься, как бы, и гантели, ну, нужно все. Зал в тем, в том зале и прикол, что там все можно как бы прорабатывать, да, ну какой мне зал, когда я мертвый был все время, надо хотя бы сначала маленько ходить так, потом уже куда-то там идти, короче, вот. Ждем всех, в общем-то, на Америке. Твич что-то ни хрена не работает, ребят. Я не знаю, скажите, у кого-нибудь работает Твич? У меня что-то стримы вообще нифига не запускаются. Я не знаю, по каким причинам. Хотя у меня показывает на Твиче 57 человек сидит вообще. Оп, поднялся Твич, отлично. Ну все, слава богу.
И Twitch поднялся, отлично. Так, и у Варди какой-то звук там идет вроде как. Так, короче. Да, да, вижу, Теф, все, все, отлично. Твич работает. Все, мертвая фигня, турничок. Мертвая фигня — это твой мозг, как бы просто. То, что ты маленько глуповат, я заметил давно уже, как бы, поэтому, ну, просто лучше успокойся и сиди. Куда ты Варди делся? Куда Варди делся, блин? Куда делся Варди, блин? Сейчас попробуем на Европу зайти. Вот. Даже нормальные челы, которые гоняют зал, они понимают необходимость, как бы, и турника, и брусьев. А у меня таковые есть здесь, как бы, но я не занимаюсь по-дикому просто везде. Я бы лучше на кик бы пошел обратно, но у меня я за ногу пока боюсь, вот. Нужно восстановить ее сейчас понемножечку. Ладно, шучу. Мозг не мертвый твой, но нужно его прокачивать тоже. Вот в чем дело. Блин, я понимаю, что делать-то вообще, короче.
Подтягиваюсь 2-2-2-8 раз. Вижу 65 килограмм, любого качка сломаю на раз-два. Рыбачок просто какой-то пошел. Так, он делает, говорит, брусовый турник, это вспомогательные упражнения. Это тупые качки, ё-моё, блин, заловские, которые себя фоткают в зеркале, кретины вот эти, как бы, так думают. На самом деле, достаточно силы тяжести земли, как бы, просто, и желаний. Все, больше ничего не надо. Вот. А так как я туда и ходить и не собираюсь в ближайшее время, вот, а так просто угорать начал, по-моему, понемножечку. Поэтому здесь об этом речи и не идет. Короче, все, закрываем эту тему. И все. Диасокин поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает: по Мичевскому доброго здоровья, а когда будут корейцы? Спасибо. Просто я не сильно разбираюсь. Спасибо, Диасокин, сильно разбираться не надо даже здесь особо. Корейцы сейчас и лайв должен играть на самом деле, как бы, я не знаю, просто как это все будет. Короче, не будем спорить, не обижайтесь, кого за живое задело профоткаться на телефон. Вот. На самом деле я шучу, лучше уж как бы в зал ходить тупо, чем ходить, чем подъем с переворотом, рюмахи делать, да, там каждый день. Гораздо лучше, да? Но голову тебе не заменит, в общем-то, зал, в принципе, твою. Короче, последнее предупреждение.
значительных функциональных сдвигов, улучшения всех систем организма. Ты ж дебил, ё-моё, я же видел по комментариям, по твоим тупорылым и картинкам, которые ты скидывал, ё-моё. Чё ты вообще несёшь, блин? Ты же, блин, типичное, блин, поколение Пепси. Знает он там что-то, блин. Наночумист поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: всех благ, Серег. Так, да это не мой единомышленник. Я-то на самом деле тюлень как бы слабенький. А надо бомбить по жестику, понимаешь? Спасибо, наночумист, тебе еще раз. Вот, извиняй меня. Братишка из зала. Иди качайся, короче. Больше не провоцируй. Вот. Так. Короче, лайф, ну так и очевидно было, что так все произойдет. В общем-то, нерч законнектился. А лайву не получается.
Quaker 3D поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: «Помни, не будь таким злым, Азаза, спорт объединяет, хорошего настроения тебе». Так, спасибо, Quaker 3D. Да я не злой, просто бесит меня олени всякие, честно говоря. Вот. Особенно, ну, я же помню, кто тут что на канале пишет, где что делает. Я же вижу, кто где что. Кто там где чего. Поэтому запоминаю очень-очень многое. Так, короче, Нерчо против Элаева на Европе. Короче, опять надо перезаходить, ребят, сейчас будет. Вот. Как не вовремя, как тут, когда апдейты выкатывают, в общем-то, заново, это полная печаль всегда. Нерч против Элаева на Европе, конечно, это Элаеву не на руку, потому что я думаю, что Нерч на Америке его изи может развалить, как его. Вот. Ну, давай, обновляй ты, блин, что-то... Ну, на самом деле, мне кажется, что Элаев здесь тупил. Почему? Потому что надо сначала сейчас было скачать патч, а потом и нажать, чтобы он установился, еще играть, там, короче, вот в этом браузере несколько раз понажимать, как бы, перезайти, и тогда можно было на Америку зайти. Он, по-видимому, это не вкурил все дело, и вот. Поэтому у него ни хрена установить не получилось. Зики поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: 1488 на турнички ходить не бросим, штангу жать, тянуть веса, чего бомбит у вас, братва, ведь главное быть человеком и шляпу тупо не нести, поддержим, лучше поми вмести, чтоб стримы были от души. Спасибо, Зики, тебе. Да это меня бомбануло просто, меня бесит, когда челдоны там что-то начинают утверждать, как бы. Хотя я тоже не дикий эксперт в этом, но мне очевидно только одно. Хочешь бежать? Выходи из дома, беги. Хочешь заниматься, выходи, занимайся просто, или даже дома это делай. Вот. Все.
Так, все, поехали. Си Сильвестров активировал премиум на ваш канал. Си Сильвестров, спасибо тебе за премиум. К.Кось поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает: доброго вечерочка всем, ребята. Спасибо, Кокос, ребят. Тебе большое. Короче, ну, всех убираю, точнее, не всех, 100 сотики остаются. Спасибо всем, братва, короче, очень приятно. А игры-то еще не начались даже, а вы уже поддерживаете, так? Все, давайте не будем гореть больше. Нафиг, короче, все эти... Бруси турники. Кто хочет, тот занимается, где хочет. Вот. Нерчо Элайф начинается. Жаль, что на Европе. Ну а что делать? Что делать, ребят? Так, Элайф решил, что ну как бы... Элайф здесь поступил, в общем-то, четко, на самом деле. Раз ему на Америку не зайти, согласился на Европе играть. Вот. Ну... Конечно, на Америке было бы лучше. Лайф в последнее время силен очень-очень даже. Ну, я не знаю, сколько у него разница жесткая. Так, откуда тут уже вылезло-то опять всякие шляпы? Привет, Халик ЮП. Игрок ДНС — это достаточно новый французский игрок. Вот, и... Thank you.
Так, прилетает Риперкома лайф. У Нерча третья хатка пошла. Здесь у нас что? Здесь у нас факта доделывается бункер. Факта в старпорт, видимо, выход будет. Да, факта старпорт. Риперочек пострелял, похарасил. Всем громадное спасибо еще раз за поддержку сегодня, ребят. Вот. Наконец-то игра началась, очень долго ждали, мы все ее всех сюда зовите. Элайф бьется с Нерчом, соответственно. Вот, пришлось на Европе, правда, сыграть Элайву. Ну а что поделаешь, Нерч пытается догнать. Ну смотрю, Элайф тут гранатку нормально кидает, в принципе. Попытка сгрызть Риперка, все-таки сгрыз Нерч, блин, вот хитрец. Рипер ушел, Рипер точнее уходил уже, но... ХП было мало, и ценой двух лингов Нерч все-таки подгрыз его. Ну, это, в принципе, нормально. Разменялся тут Элайф. Полетел медиваком вперед. Облетает хитро тут через овера. Но сейчас попадет на другого, который вот здесь вот контролит на центре. Так, еще медивак строится. Танчик там с сиджем будет. Третья сэшечка будет. Да, вот для третьей сэшечки рабочий абсолютно точно. Во Франции на самом деле очень много игроков достойных сейчас. Вот. Ну, топчик, конечно, Польша на данный момент, я думаю, по скиллу. Потом Франция как раз-таки идет в Европе. Вот, и Германия там где-то тоже рядом. Ну, поляки реально сейчас как бы, ну, что онлайн-турниры не посмотришь, там гоу ФСК, там просто немерено их. Вот, и уровень самый высший есть. Нерч, там и Лейзер, на участники Близкона. Вот, 82-68 по лимиту. Нерч делает с одного эволюшн грейд. Вот второй эволюшн пока не работает. У Лайва 1-1 грейды пошли. Потому что грейдится орбиталочки, добавляются бараки, реактор. Все очень-очень четко. Вот, у тирана пока что, но кроме того, что здесь 20 рабочих, здесь 12 можно было слетануть. ЦЦшка третья полетела, но в принципе зато отсюда будет ближе на третью сейчас перевести. Но Нерч залетает и мразотой своей просто тут поливает, в общем-то. Зерговской вот этой вот слизью поганенькой. Видит этот прекрасный лайф, выдвигает сюда мариками. Но это не ходс, ребят, это лотф и слизь, она быстро очень спадает. Так, здесь марики лингов прогнали. По-моему, там один марик как минимум погиб. Так, туречка на третьей тут базе поперла. Три мула выкидываются на третью. Стоит вроде, мне показалось, цешка криво стоит. Нет, мне показалось, она стоит очень даже нормально. Здесь
Где армори у нас? Вот оно, армори. 2-2 заказано, щиты заказаны. Пассивно достаточно лайф пока действует. Ну, по грейдам, по экономике от нерча особо не отстает. Хотя как не отстает? 75-61. Нерч раскачался просто адово. Идет куда-то там вперед. Просто немерено у него рабочих, немерено боевого. На 50 лимита больше, причем из этого 40 боевого, в общем-то, примерно. Из Великобритании много, ну как, в Великобритании было много достаточно игроков до недавнего времени. Ну как, в свое время там Джонни Рико был, который Жуков разваливал в «Звездном десанте». Он причем в какой-то момент круто играл, так что я помню, когда я не играл, в какой-то момент в ходсе мне его просто не выиграть было даже. Вот. Ну потом он куда-то делся, а я уж потом тоже не играл. В общем-то, еще кто-то был, там вот этот Блинг, который сливку гладил по руке, это старая и добрая история. Вот, были много-много, там достаточно игроков были, Диму Слим, понятное дело, сейчас Revolution там игрок такой, ну, вот недавно какой-то турнир был, ну, где английские игроки играли, там много игроков было, но сильные практически отсутствовали игроки, то есть, как бы, опа, мимо кассы нечто тут шмаляет фаерболу этими микозами. Фаерболы тоже не попадают, здесь какие-то забегания идут, но группа мариков ждет здесь Элаева. Линги уходят на ХГ, надо наверх пробежаться Элаеву. Он пробежался наверх, но Нерч уже свалил лингами в бок и ничего не сделать. Ультрали скевер, но Нерча, он даже ресурсов сейчас подкопил некоторое количество. Элаев, кстати, грамотно уворачивается здесь, смотрите-ка. А что он хочет сделать? Он четвертую хочет сделать или занять четвертую или вперед пойти? Так, судя по всему, и то, и другое. 10 лингов и лайф словил, молодец. Так, 8 ультралов нерч заказывает. Ну, пассивно, конечно, и лайф играет. То ли пинг сказывает, то ли просто таким стилем решил сыграть. Тут как бы все под диктовку нерча идет, несмотря на лимит хорошая лайва. Не, ну какой плохой пинг, если лайф успевает, он видит, что нерч кидает фаерболу, он успевает складывать либератора. Это нормальный пинг, в принципе. Ультралы садятся в... Ой-ой-ой, Нидус. Нет, это если это лайф сейчас не среагирует, это минус и лайф будет. Сейчас на мэне просто 5 ультралисков где-то окажется, и это будет просто не убить сейчас. Так, либераторы прилетают, раскладываются сейчас. Будут бомбить ультралов. Ультралы пытаются уйти, ультралы быстро достаточно уходят. Вот один под либераторами остался, один упал. В это время нерч на третью наламывается. Либераторы прилетают, тоже раскладываются. Фаерболы будут, конечно, говорит, будут. Нерч одного сразу забрал, остальной живет, остальной помогает отбиваться. В это время лайф тут четвертый ЦЦ-шечка летит. Много-много событий одновременно происходит. Все это на стороне лайва, но вроде живой пока. Гладил по руке блинк слитку. Да и гифка была где-то такая даже, может кто-то найдет. Рассказывать тут нечего. Так получилось каким-то образом, непонятно. Надо слитку спросить. Так, ультралы проходят на вторую. Очень больно либераторы их, конечно, бомбят, ничего не скажешь. Но нечь бомбить либераторов при этом. Элай пытается отбиваться. Здесь фаерболы падают постоянно. Либератор последний. Нет, еще два здесь остается. 151-190, лайф слишком много рабочих теряет, а у нерча экономика просто замечательная, но вот био вышло и лайф все-таки отгоняет нерча, но у лайва не делается 3-3, и я считаю, это серьезная достаточно проблема здесь для лайва. Ему бы 3-3 бы запилить не мешало, вот он сканит, видит, что у нерча сверху хата есть, но она не добывается вообще. Вот он идет в центр, выбивает овера. Овер падает, надо ССР-щику сажать занимать, надо восстанавливать рабочих, 40 всего осталось. Ну и у Лайва, посмотрите, вот здесь, ну здесь газа осталось 2к, короче, и минералов
1100 надо, в двух кучках тут мулами можно додобывать фактически, как бы. Так, минус этот. Нидус. Лайф пытается через лингов пробиться, отступить от ультралов. Не так просто это, оказывается, сделать. Один либератор здесь все-таки выживает. Ну сколько же этих ультралов делюксовых, чертовых, ломятся сюда. Это просто жесть. Зачем на Америке экзистер играть? Потому что Life-то кореец, как бы. Если играть на Азии, то у Нирча будет пинг, а если играть на Европе, то и Лайва. Но так как Лайву не зайти на Америку, он согласился играть на Европе. Халик ЮП. Это постационарная картинка. Была гифка, по-моему, даже такая, такого рода. Вторая игра начинается, Фрост карта, насколько я понимаю. Нерч 1-0 повел. Так, что со сливкой случилось? Да ничего, работает что-то там он где-то. Привет, Зерам, на Твиче, ой, на СК2 ТВ, всем на Твиче, везде, ребят, кто недавно подошел. Все, игры в самом разгаре, поэтому смотрите и наслаждайтесь. Нерч играет с Лайвом. Дальше второй полуфинал ПВЗ будет. Это будет у нас... как его там? ДНС против Лейзера. Наши войска атакованы.
Так, Reaper 2 Гелика решил другим билдом в этот раз Alive отыграть, как вы видите. Что-то я призадумался маленько сейчас. Начал гонять там в голове. Какой-то флут. Вот, ну все нормально здесь, в общем-то, попытался сгрызть Alive Reaper-ка, ничего не получилось. Гелики домой уезжают. Три барака. Реактор, блин, пустует. Вот, наконец-то Alive заметил, перелетел на реактор бараком. Ну, это будет какой-то прессинг на средней стадии, я так понимаю. Привет, Саурончик. Всем на Твиче привет. Странная стенка какая-то у Лайва здесь. Ну, депошки нужны, но... Ну, решил сотку не тратить. Ну, по-моему, лучше бункер здесь заказать. Пусть на всякий случай будет на второй базе и все. Ну, без бункера тоже сойдет, подумал Лайв. Загружается и полетел. Вперед, три барака работают, танки строятся. Еще два добавляются. Двухбазовый прессинг фактически здесь будет у нас. Получается, Reaper Alive прикрывает, дропает всех мариков сюда. Reaper жив, здоров, все отлично. И двигается вперед. Здесь роучи несколько штучек уже есть у нерча. Марика одного что-то Alive там подзабыл. Нужно зайти сюда, нужно просканить, видимо, крип выбить. Я не знаю, что еще тут Alive делать-то, если он сканить не собирается. Один криптумор сзади забыл, выбивает этот криптумор. Ну так, лишил нерча крипа в этом направлении. Вот, в принципе, это полезное действие. Королева криптумор восстанавливает здесь один. Снизу еще крип присутствует до сих пор. В центре Alive пока не рыпается, не убивает крип. Боится мариков отдать лишний раз, потому что у него, ну, идет, в общем-то, здесь прессинг жесткий. Ну, а нерч, кажется, что-то здесь вкурил, кажется, он что-то прочитал, у него вообще масроучи здесь делаются. Против вот этого тирановского билда масроучи, в принципе, неплохо решают, но зависит от количества танков. Два танка здесь явно мало, здесь надо 4-5 танков, чтобы они нормальный дэмэдж по роучи вносили, потому что они дпсить будут не хуже, чем маленькие просто, если грамотно их прикрывать еще. Тимпач СЛ убивает крип нерчу на центре. Загружается, улетает один криптумор в тылу, остался-то косяк. Да, здесь просто один криптумор поставить, и все, крип никуда не денется вообще. 41-112, неж вперед кто-то там идет. И Лайв даже... Блин, вот то, что... Ладно, я все, конечно, понимаю, прессинг, там, пуш, все дела, но... И Лайв играет, вот у него есть инженерка, он даже в ней грейд не заказал. Ну вот этот-то косяк абсолютный. Чем нерч умудрился перемасить Лайва. Танки от Элайва. Корявейшим образом просто. Вот посмотрите, а представьте, здесь бы было еще плюс два танка. Совершенно другой расклад бы был. Нерча Элайва пробревает, это 2-0 в итоге. Базовая его тема не решает нифига. Можно сдаваться уже в этой игре, это факт. Вот. Ну, как-то не знаю, может быть, на... Может, на Европе у Лайва пин гигантский, может быть, он действительно нерч так силен. Но я не думаю, что нерч настолько силен, что вот так он прям разваливает его.
Так, пошел выход далее. Блин, Элайф, куда ж ты лезешь-то? Выбей ты крипта, ё-мо, Микос попёр. Микос по марикам зашел. Ну, здесь уже такая атака последней надежды, фактически, Элайф. Сканет, пишет ГГ. Четвертую он там сканил, увидел, что у Нерча четвертая уже есть. Ну, не знаю, остается только гадать, чтобы было на Америке. Лучше, хуже. Конечно, Элайв лучше бы было, но насколько, непонятно. Пошел инвайт. Заходим. Да, Dark ZV, нерч силен достаточно таки. Причем тут Мару вообще непонятно, если это фактически улыновая такая тема была, тем более там был лан, во-первых, где нерч Мару слил, во-вторых, нерч там обязан был просто Мару 2-0 укатать, но он слил в итоге 1-2, потому что отдал просто выигранную игру, блин. Но пока нерч 2-0 ведет здесь. Вот, а вы же помните, ребят, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Отключайте отблоки, подписывайтесь на премиум. Привет, Костя Киев. По реквизитам описания и через плеер поддерживайте. Вот, а здесь у нас, соответственно, идет движушка. Нерч против Элайва. Ну что, у нас финал может быть, кстати, ЗВЗ. Лейзер против Нерча. Да, да, РЗВ, ты прав. Почему? Потому что Лейзер фаворит с ДНСом, я думаю. Ну а здесь Элайва, судя по всему, Нерча все-таки не одолеть. Но посмотрим, посмотрим, что будет в итоге. Нужно принять то, что произойдет, в общем-то. И посмотреть все до конца.
Ну, лайв через Рипера в этот раз играет, вы видите. Рипером вперед не летит после барака факта. Я не понимаю, почему лайв именно так играет. Многие игроки просто корейские, когда сервер вот на том же GoFSK, они же на Европе играют, они просто играют стандартных мариков передроп с симпаком. Билд ведь хороший очень. После него и в макро можно выйти, и заулынить там с двух бас можно нормально через этот билд. Так, есть 4 линга просто на ХГ стоят нерчевских. Побежал камни грызть. Блять, зарабубус. Не надо пропускать много Старкрафта. Как же Старкрафт без тебя? Нет, нерч, он не непобедимый, но он топчик в Европе сейчас, это факт. Здесь после рипера, так, это передроп минок сейчас будет, факта, при этом всем, зачем-то на лабе сидит, если минки-то строятся, зачем она вообще на лабе сидит, непонятно. Видимо, со старпортом сейчас лаба местами поменяется. Ну что, полетел дропчик. Полетел дропчик. Здесь у нас. Здесь у нас линги вокруг курсируют мейна Илаева. Илаев ставит третью сэшку. Идеально овервисит. Ее видит просто сразу же. Вот. Здесь дроп пролетает. Сразу королеву его отгоняют. Там овервисит. Можно овера было бы на халяву забрать. Но Илаев его не видит. И овер улетает дальше спокойно просто. Не знаю, что Илаев испугался. Хотя здесь лингов много. 6 мариков. Они могли бы загрызть. Тем более они были расплечены немножечко. Оверов и лайф не заметил. Не подрезал здесь ни одного. Загружается и политическую. А, на мейн полетит, конечно. Но что он тут на мейне сделает, непонятно пока. Тем более здесь вот есть криптумор. То есть Кайлай будет улетать. Просто королевы на крипе сюда придут. И не дадут медиваку улететь, возможно. Вот в чем прикол. Минка на четвертый вкопалась, чтобы пресечь заказ четвертой базы. Танчиком там Алайв что-то пытался сделать. Тут пролетает. Тут можно под овера мариков дропнуть, они не дадут ему уйти. Не по Америке, как бы. Вот. Не по Америке. Ну а кто сильнее, сложно сказать, не полинер. Полетел дропщик, да сбей ты овера этого черта. Наконец заметил Илай, что здесь овер в наглую прям висит. 8 мариков быстро очень его заберут, на самом деле. Загружается, одного забыл. Морпеха, все. Как-то так. Ну и что этот дроп должен сделать, у тебя понятия? Будет типа разводочка. Снизу марики с хайграунда танк будет прикрывать. Но я думаю, здесь особо Илай вообще ничего не сделает. Скан кривоват, криптумор не задел даже сканом. Ну так, Илаев ценой жизни Марика или даже двух роуч подрезал сейчас. Может, пару лингов там подрезал, тоже еще не заметил я. Не обратил, точнее, внимания даже я. Мягко говоря, странное место для того, чтобы запилить армор перед застройкой. Что мешает его запилить? Где-то здесь или вот здесь, например, я не знаю. Ну и Лайф не стал долго париться. Так, двигается вперед.
Лайфскан пошел, надо выбивать крип. Я опять мимо крипа кидаю скан. Что ты будешь делать-то, а? Бул лайф дает. И улетает. А два криптумора здесь остались. То есть криво вообще лайф действует. Так, залп минка делает. Фаербул от нерча пошли. Криптумор свой не выбил, и это хорошо. И здесь крип восстанавливает спокойно абсолютно. Крип везде тянет вперед, нерч очень-очень серьезно. Четвертую хату уже 77 дронов. Посмотрите на лимиты 170-115. Лайф по центру пытается зайти. Ну, крипа контраливает, выбивает здесь немножечко крипа. Танк не забирает, возвращается назад. Нерч в это время готовит атаку из тыла. Лайф, кстати, без щитов еще до сих пор. 9 секунд только без щитов. Вот тебе и поставил армори. Посмотрите сейчас. Ой, как больно нерчу минка дала сейчас. Так, здесь отогнал лайф нерча. На второй отбился. Везде тут он наламывает еще какими-то гигантскими армиями вообще. Фаербулы пошли. Микозы мимо последующие от нерча поперли. Ну что-то совсем вообще печались. У Лайва третья цечка подбивается. Отбиться он не может по лимиту. Просто катастрофа не может намаститься. Минус 4-164, даже если лайф каким-то чудом здесь отобьется, ну это катастрофа для него. Армори не вычинил, сгорело прямо на глазах. Нерч здесь не видит минки. Минки поэтому на халяву стреляют, бомбят, надо фаерболить. Нерч вот он наконец заметил. Пытался лайф выпустить и улететь, но нет, не вариант. Ну и жесткий прирост идет, там линги, роучи новые. Много юнитов всяких. Либератор у Лайва первый появляется, пытается подкайтить пока некоторое время. 2-2, скоро очень будет готово, вот через 2 секунды уже. Да, доделались 2-2. Есть много депошек у Лайва, он не хочет их отдавать никак. Стимпачится постоянно, уходит под Либератор, что-то делает, непонятно. И подраться боится, и в общем-то и депошки отдавать не хочет. Ну а как? Все, ГГ тогда. Фаербул на ССФ нерч пробревает. Не, ну здесь, видимо, и сервер сказался. Да и нерч сейчас и не слабеть-то Лайва на любом сервере, в принципе, да, как бы он. Очень силен. Так, последний замес в этой игре, я думаю, пошел. Нерч все еще ломится, лайф под танком пытается подраться. Либераторы мимо стоят, ГГ. Ждем, в общем-то, ДНС и Лейзера. Матч за третий и финал. В общем, сегодня все пройдет, ребят, я уже об этом говорил. Я сейчас приду через секунду буквально. Ну что, ждем полуфинала. Я тут яблочко сейчас кушаю, ребят.
Лазер здесь. ДНС что-то не видно, правда. А где этот ДНС-то? Не знаю, ребят, где ДНС, признаться честно, но что-то пока его не видно, нифига. Сейчас вернусь. Все здесь. Яблочко скушал. ДНС пришел. Элейзер здесь. Ждем, пока карты почеркают, ждем игр. Так, погнали. Thank you.
Ну все, и лазер ДНС, поехали, ПВЗ, ребят, наконец-таки. Запарился, сегодня, в общем-то, не работал американский сервер, долго мы сидели, ждали игры, вот наконец-то все начинается. И Лайф Нерч, все подряд будет, и лазер против ДНС. Это тоже Бо-5. Вот, ну, я думаю, здесь такого однозначного нету прям, не то что фаворита. Фаворит-то здесь есть и лазер, насколько он однозначный, я даже не знаю, но... Я думаю, такого счета разгромного не должно быть почему-то, мне так кажется. Но может быть я не прав, и мы увидим... Мы увидим как раз-таки счет жесткий. Ставит гейт ДНС, здесь киберначку нужно поставить, здесь останется проход, соответственно. Так, у лазера газпул с мейна прямо. Вот это интересно очень даже. Что же это будет? Так, будет мешать ДНС лазеру. Пробочку вывел. Лазер на третью поехал ставить. Вторую, да, базу на третьей ставит. Ну что же, если это агрессивные какие-то линги будут, то вообще пофиг где ставить. Газ продолжает добывать лазер. Ну, я не знаю, для чего он его продолжает добывать. В принципе, если он хочет передропывать, здесь лингов можно и медленным овером это сделать с какой-то стороны, да? Но у него третья хатка пошла уже. И все равно он газ тремя рабочими при этом таскает. Очень интересно. Возможно, мы мув овером сейчас увидим, я не знаю. Денесса бустится адепт. Опа, вот это вообще уже интересный расклад. Что за Роуч Ворон? Что он должен сделать, этот Роуч Ворон, мне интересно. Какой-то он сверхранний прямо. Возможно, это Линги Роуч какой-то, Линги Реведжера прессинг. То есть сейчас можно что сделать? Можно подмасить несколько лингов, встретить этого адепта. Мув как раз будет уже через 15 секунд примерно. Адепта сгрызть с лингами и потом, собственно, подморфить, сделать несколько роучей и несколько реводжеров подморфить. Не стало ДНС адептом заходить. Да, посмотрите, 7 роучей делает лазер сейчас. Это реально много для этой стадии. Все такое... Это даже не полуулын, это практически улын. То есть, если он никакого вообще вреда не нанесет, этот билд ДНС, то это... И лазер, простите, это плохо очень для него будет. Ну, а здесь робот Вайлайт, то есть, это выход, видимо, в дарков. И харас архонами дарками, я так понимаю. То есть, глефов пока не видно. Да, Даркшайн пошел, но Даркшайн тайминг явно не успевает к приходу этих юнитов. И мне вот уже кажется, что здесь точно ДНС не отбивается. Почему? Объясню. Потому что, несмотря на то, что здесь два оверчажа есть, пилон-то всего один на рампе. Достаточно лейзеру его прогрызть, как ДНСу будет очень печально. Ну, хотя варп у него сейчас доделается, как вы видите. Адепт ДНС прогрызает на пилон. Лейзер прогрызает на пилон, накидывается. Приходит реведжер первый. Катастрофа для ДНС. Кажется, это 0-1. Еще один пилон здесь есть. Ну и лазер не стал драться со вторым пилоном. Лингов несколько штучек заводит на мейн. Палит сейчас Даркшайн. К сети супермаркетов компьютерной техники имеет ли ДНС отношение? Я без понятия, ребят. Я думаю, что нет, не имеет. Короче, дарков не будет, говорит Элейзер. Забей, говорит, братишка. Артосис Пайлон, это ГГ вообще. Все на одном пилоне, на одном робо.
Даркшайны все, гейты, ну ладно, Даркшайн-то пофиг, он достроился и без пилона бы, а вот гейты, это печаль. 1-0. Не понял происходящего сейчас у нас, соответственно, ДНС, но он увидел три хаты, он не подумал, что здесь улын такой, просто нагло идет. Ну что, вторая игра ДНС против Элейзера поперла. Смотрю в чате, чего вы там о чем говорите. Ну что, проехала пробку, подразведывала все. Адептика, опять застройка, вот просто, я не понимаю, нафига делать, как бы, вот такую стенку, где выход с этой стороны. Вот с этой стороны она, ну, сюда будет. Здесь фактически застройка вот она находится, а выход за ней. То есть можно, если ранжовые юниты будут, они будут спокойно напрягать вот здесь того, кто в стенке будет стоять. Ну хотя, это бред. Адептик вперед идет. Лейзер ставит криптомор первый. Ну, естественно, адепт телепортировать не стал. Один линк на муви тут заходит к третьей базе. Ну, он просто здесь будет контролить. Твайлайт ставится, плюс 2 гейта, выход в глефы резонирующий. Элейзер залетает овером с мувом. Ну, а что он там забыл?
гейтосики открываются, адептики делаются. Беллинг Нес ставит, Элазер Кувыть заказан, третья ход доделась. Парабам пока отставание есть, но нужно как-то тут с адептами быть. Здесь третий Нексус пошел, тут ДНС все четко достаточно делает. Адепты поперли вперед, мне сдается, что рановато как-то они вперед поперли-то, адепты эти. Доглев еще 40 секунд, плюс еще один варп можно было 3 адепта бы сделать. Вот у сколько... не смотрел, у Ниба обычно в чем его сила? У него выходы идеально подстроены под такие вот темы, как глефы, там вот эти грейды всякие. Здесь же просто приходит проц, и глефов нет просто. Вот это ошибки от ДНС, это просто провал. Глефы и глефы не доделали до сих пор. Как можно вот так вот играть? Это лунтик называется. Просто 6 адептов в никуда вообще. В никуда просто сливает 6 адептов. Все, ДНС. Здесь какой-то залет был сейчас. А, это фейковый овер был. Смотрите-ка, а настоящий-то здесь сидит. Хитрый лазер. Смотрите, вот называется, как обмануть оппонента. Первым овером залетаем, типа настоящий. А второй, вот он в итоге. Ему глефы поздние, ты не у меня спрашиваешь. Роуч Ворону и Лейзера на третий строится. Лейер готов уже. 22 линга заказывает он сейчас парабам. Тем не менее, 60-59 парабам. С экономикой у ДНС более чем в порядке. Если он, в принципе, сейчас будет нормально маситься, а он уже перемасил почему-то и Лейзера. У Лейзера тут подкопилось минералы. Вот, то он сможет по лимиту вперед выйти, даже мне кажется. Два Бэйна идут ДНС, он не реагирует пока. Фил хороший, он среагировал нормально. Так, здесь опять залетал овер. Ну, 4 пробки, все погибло, это немного. Парабам все равно ДНС больше самое интересное. Делается блин, делается плюс один. Глефы есть. 4 гейта добавляется. Где не добавляется? Вот они на... А, это же 6 гитов. ВП 6. И все на третью. Как любят на третьей ставить гиты эти, да. Чудом здесь овера увел сейчас и лазер. Я не понимаю, ДНС видит все это дело. Поставь так фотонки. Здесь три сталкера. Вот сюда вот одну фотонку за рабами поставил. Сюда фотонку поставит тоже. И сюда поставил. Ну, то есть с вероятного направления врыва. Здесь как раз не по центру нужно, а с вероятного направления движения просто, да? И лазер готовит пуш. 9 реведжеров морфится. Много лингов, пейнов здесь. Морфится всюду, текание сюда жестко идет. 124, 152 по лимиту. Ой-ой, лингов чуть не запустил сейчас ДНС, неприятно было. Нужно варпить еще юнитов. Иммортал с вилком хорошо там наваливают, я вам скажу. Три архончика плюс пошло. Оверчажей нету вообще нигде. Вот сюда ставь хоть один оверчаж, ты ёпарас-то. Два иммортала там где-то на второй базе туканят, блин. Фаерболов столько же даже иммортала унесло, просто залпа вообще. А почему им здесь некуда уйти? Застройка ущербная, что все плотно нагромождено там очень. Трех сталкеров, красавчик лазер, четко когда. Ни в одного кинул, ни в одно место, а в разные места. Трех сразу забрал, они на медленном варпе были, поэтому хп медленно набирали. В итоге их забрел. Лазер это 2-0, похоже, потому что я не вижу варианта для ДНС, для того, чтобы отбиться. Так, линги на вторую зашли. Реводжеры куда-то сваливают. Че реводжеры-то уходят? Я понятия не имею. Идите, забей его уже.
Так, Линги грызут мейн, Линги грызут пилом здесь около рампы. Так, Реллджер и Линги здесь еще бегают что-то. Фаерболами можно было... А, Дарфо и Дарки невидимые варпились, не заметил Дэн сразу же. Пошел Оверсир. Привет, Хим. Про закрытие Пролиги. Ну вот сегодня написали там в твиттерах каких-то еще где-то, что Пролигу решили больше не проводить. И команды многие состав свой распускают. Телеком, КТ, Samsung, CJ. Только GNR будут состав поддерживать дальше. Ну, я не знаю, почему так... Почему команды состава решили распустить? И почему? Ну, Пролигу, видимо, из-за того, что проблемы были какие-то. Ну, там суммарно, типа, подставные матчи. Дожимает здесь Элейзер, 18 пробок минус. Подставные матчи. Трудности там со спонсорами, как бы, проблемы, в общем-то, с аудиторией какой-то там. Я не знаю, с чем там были какие-то конкретные проблемы. Ну, и в итоге Пролиги больше не будет, к сожалению. Одним крупным турниром меньше, вот. Ну, главное, чтобы корейцы... Я думаю, что как бы важнее гораздо Старлига и GSL в Корее, чем Пролига. Просто формат командный, он был интересен, он был необычен. Больше его нигде не было, кроме как в Корее, да. Ну, мне кажется, что... Конечно, еще убило то, что игроков корейских не пускают сейчас примерно. Вот. Так, от меня... А чё варзит-то? Говорит, из-за задержек отменяется матч за третье. Ну, блин, это не прикольно. Будем без матча за третье, значит, его, значит... А, еще здесь 2-0 же только. Сейчас ДНС против Лейзера еще, но если Лейзер пробреет ДНС, что, в общем-то, походу, так и будет. У нас будет неж против Лейзера, ЗВЗ, финал, и все, как бы, матча за третье, и лайф против ДНС не будет. Что я могу тут сказать? Короче, будем ждать, что там корейцы придумают. Обещали каспокапов больше они там пилить, в общем, я так понимаю.
Так. Так, ребят, DNS Laser, вторая игра, смотрю к вам в чатику, да, опять там пул. Полусрач, привет, мотор 3/8. Вот, какого ты имеешь в виду семейства? Чарлик здесь, а я-то живу с дочкой и женой не здесь сейчас, а на другой квартире, работаю здесь у мамы, в общем-то. Короче, три плетки от Элейзера. ДНС, судя по всему, не понимает сейчас, что происходит. Королевы на мэне, правда, у Элейзера нет, но он много лингов очень строит. Здесь королева готова, надо криптумор срочно ставить сейчас. Криптумор ставит Элейзер, все в порядке. Адепты не заходят сюда. Ну, два дрона ДНС забирает, три забирает. Неприятно, конечно, но плетки-то чем отбивать он собирается? Я даже не знаю. Вот он видит крип сейчас. Здесь три плетки камня активно пробивает и сейчас пробьют. И здесь ни хрена нету того, что может отбиться просто. Вот в чем проблема, ребята. Два пилона запилены, но дальше-то что? Пилоны не помогут здесь, дружочек, тебе. Уже плеточки ставятся далее. Линги забегают. Линги здесь с другой стороны крампи вбегают. Пилон уничтожен. Раз. Пилон уничтожен. Два. Нексус тоже упадет. Сейчас лингов все больше и больше будет. Нексус надо ковырять сейчас будет. Так, ну плетки перекапывают таким образом, что... Оверчаж с пилона до них просто не достает, до плеток этих. Королевы вперед лезут, не надо так делать. Нексус упадет сейчас. Добавляются гейты, роба нету, судя по всему. Так, ну решил таким блайдским билдом, что воспользоваться Элейзер. Ну билд-то интересный достаточно, почему бы и нет. Он на вооружение его берет близко. Ну а что, если от тебя не ждут такого билда, это вообще... Порядке. Привет, Влад. Фильм «Прогулка» не смотрел. Билд Рева. Рева Блая билд. Ну, вроде как Рева изначально. Робо падает. Да, здесь много юнитов у ДНС. Но падает Мазеркор. Адептов тут Лейзер на халяву шатает. Здесь 3 зилка, 3 адепта и 4 адепта. И 2 сентри. Просто. Так, линги там воды открывается. Королев пытается разваливать здесь. ДНС. Не так-то просто. Здесь пилон надо зашатать сейчас как можно быстрее. Пилон тремя королевами плетку убивает. Сейчас Элейзер. Это от 3-0, ребят. Минус ДНС. Хлам вообще. Элейзер его заковырял. Сильный билд. Как бы ДНС вообще не готов. Я не знаю, готов ли он к исполнению Рифчика и Блая, просто от них-то ожидаешь, например, этого билда от Элейзера, он не ждал его, и поэтому так вот что-то грустно что-то для него получилось. Сентри падают, все падает, ДНС что-то непонятно, не сопротивляется, точнее, все еще, типа. Так, кореец какой-то добавил, видимо, это Alive был.
Изначально в Яло, я не знаю, чей изначально, но у корейцев я не наблюдал особо этого билда. Как... Вообще корейцы такого редко придумывают, в общем-то, через раз такую тему такую. Но иногда бывает и корейцы придумывают. Здорово, Bottleland. Оп. Ну что, видимо, куда-то Варди спешит, поэтому решил не играть тупо матч за третье место. Вот. И сейчас будет сразу финал. Короче, я даже перемену. Сейчас финал будет. Ничего не поделаешь. Какой есть, такой есть. Эти поляки сейчас реально топчики. Ну, пораньше, чем вчера, сегодня домой за это приду, это хорошо. Я думаю, за ВЗ не будет идти намного больше часа. Что-то трезвый ты там бываешь вообще. Привет, Руан 1431. Ну, столько финал у нас будет 7 ЗВЗ. Осталось Нерча Лазер. На сегодня все будет. Приходи завтра. Завтра у нас что? А, завтра у нас Life and Cup, между прочим. Плей-офф.
Так, завтра какой день, кстати? Завтра среда. Так, Лайфенг плей-офф у нас. Лайфенг плей-офф. Лайфенг, Кунг-Фу Кап, завтра особо больше ничего нет. Ну, посмотрим, я не знаю, как там по настроению буду стримить или нет. Так, Кедр, все в порядке, но матом реиграться не надо. Ругаться матом. Че, в итоге Скиллус ни карты не отдал, удает. Сильон. Я понял, посмотрим, как плей-офф будет там. Может, смогу постримить молодняк тогда. Так, Бусими у нас, ребята. Нерч играет 3 хаты пул билд сейчас. И Лейзер играет 17-ю хату гаспул. В общем-то, стандартно достаточно. Так, ну напиши еще раз, Кедр, без. Ну не надо матом писать. Ну, не люблю этого дела. Есть бот сейчас не банит что-то ни хрена, вот. Так, ну тут у нас такая движуха. Беллинг Нест пошел. У Лейзера. Мув пораньше, конечно, третья хата поперла. Нерч видит. Здесь третья спокойно, в общем-то, ставится. Один дрончик на третий появился, еще второй строится. Тоже Беллинг Нест пошел. Короче, Нерч отстает по таймингу Мува немножечко и Беллинг Неста, но он опережает по экономике уже сейчас и Лейзера. Здесь погрызлись немножечко, вот. Дарксу поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает спасибо. Спасибо, DarkZV. Что, пароль твой угадать? Так, минус 4 рабочих. Ботл на тече в этом плане все в порядке. Не волнуйся. Так, накидывается Лейзер на Нерча. Нерч готов обороняться. Не, пароль я твой не угадаю. Ботл на это 1, 2, 3, 4, 5.
Или Bottle, например. Спасибо, Dark ZV, отыгрил про валюту, что-то валюта, видишь. Заходит все и так. Присоединился к группе сотик, нет, 101 там. Чтоб текст поменьше сделать. Ну да ладно. В ответ Кунерч идет вперед к Элейзеру. Элейзер встречает, все принимает, но два беллинга проходит, но вторую Элейзер вообще дронов не контролит. Что ты делаешь, Элейзер? Ёпрасоте. Вот с контроль просто... Сплетани хоть элементарно немножечко рабочих, ситуация как минимум бы равная была, а то и Лейзер бы и в плюсе был. А в итоге, короче, печаль полная, а Нерч продолжает лингов массить, что самое интересное. И Роучи делает. Побежит вперед лингами вообще. Группа убегает, Нерч дома на перестраховку столько построил, я так понимаю, чтобы Лейзер в контратаку не ломанулся. Спасибо, Dark ZV, еще раз спасибо всем, кто поддерживает канал. Громадное спасибо. Продолжайте в том же духе, а в ноябре еще более активном ключе. У Нерча 13 роуч, у Лейзера роуч ворон только делать, но у Лейзера плюс один есть. У Лейзера чуть меньше рабочих, Нерч опять 7, кстати, минус муж, самое интересное. Сейчас у Лейзера Роуч Ворон будет готов. Здесь еще как-то оверов очень-очень мало у Лейзера. Но у Нерча гигантское преимущество, что и говорить здесь. Но и Лейзер просто в лейер вышел, как бы. И... А, у него тоже лейер есть, кстати. Тоже мув заказан. У Лейзера разве что плюс один делается. Роуча реально много. У Нерча вперед идет. Я думаю, что и Лейзер не сможет, не успеет он просто подстроить столько, чтобы отбиться легко. Приходит Нерч, и Лейзер начинает терпеть. Очень жестко он тут его прессует, конечно, прямо. Вот понимает, как надо контролить. То есть, если оппонент пытается на две группы расплетить армию и тем самым протянуть время до его прироста, нужно просто гнаться одну группу, уничтожать, стараться полностью, как бы. Нерч именно это сейчас и делает. И в итоге ГГ. Как-то он тут в хлам пробрел. А мы ждем вторую игру. Ну, недавно Неш 3-0 Лейзер разобрел. Будет ли здесь так же жестко или нет? Он спилил. Так, 1-0 Нерч, что-то я уже 2-0 приписываю. Вторая игра, карта станция Досан. Ну, как-то мне кажется, Нерч просто опытнее Лейзера, он его чисто на опыте пробивает.
Не думаю, что Лейзер прям намного хуже его играет. Хотя все-таки Нерч, наверное, посильнее немножечко его. Но и Лейзер тоже топовый просто. У Нерча уровень очень-очень-очень прям высокий сейчас. Так, и Лейзер делает газ-пул с мейна. Нерч делает пул первый с мейна, без газовый, правда. На окошко. Так, два линга от Нерча, кстати, он не стал вообще как-то агрессивнейший здесь, я смотрю. Именно это ранний, очень-очень ранний Роуч Ворон, причем у него билд, обратите внимание. У Лейзера тоже Роуч Ворон сейчас ставится, но при этом всем у Лейзера и муф Роучем лингом делается. То есть у Лейзера такой для пуша микс-то поинтереснее, не микс, а билд поинтереснее именно для пуша получается. Так, здесь Нерч попытался развести лингов Лейзерских, не получилось. Нет, бо 7, конечно, здесь бо 7. А не бо 5. Дрончики от одного другого перекатываются. Ну, вот сейчас у Лейзера побольше, потому что Нерч дронов переводил. А сейчас будет добыча у Нерча явно побольше, потому что у него рабочих побольше сейчас. Так, приходит и Лейзер. У Нерча гигантские проблемы. Ну, кстати, вот на таких роучилингах он ДНС-овый, помните, первую игру подобным билдом пробрел. И с Нерчом как-то, ну, я не знаю, Нерч не поверил, что и Лейзер пушит, что ли, будет. Тут как-то непонятно это очень получилось лично для меня. Вроде как было очевидно, что пора заказывать сейчас юнитов боевых, но Нерч немножечко промедлил. Плетку, ну плетку заказал, но плетка-то здесь ну, не спасает одна лишь. Плетки должны быть юниты, которые ее прикрыли. В итоге это 1-1, ребят, это факт, здесь уже точно не отбиться ни от чего. Такие быстренькие ЗВЗ, прикольные, я такие люблю, ГГ. 1-1. Что там за сигналы из космоса идут? Что-то у меня странный наушник звуки выдает. Так, 2 минуты паузы на стриме, говорит, не, говорит Варди. Ну да, он писал, что между сериями 5 минут, а между играми 2 будет у нас там пауза.
полгода заходила, странно очень. Так, что такое, Люк? Про лигу? Ну давай ролик потом, как финал кончится, посмотрим, что. 1-1 у нас здесь, и причем и Лейзер, смотрите-ка, что творит. А, это Нерч что творит, он с мейна делает какую-то агрессию адскую. И Лейзер делает почти то же самое, но с большей экономикой, с большим количеством рабочих. Ну, я думаю, что здесь не получится кому-то прям выиграть вот именно так вот легко оппонент своего. 6 лингов делает Нерч, заказывает мув сразу же королевы. Нет, пока королевы в ущерб это все делается. Наверное, сейчас пойдет королева, а потом Беллингнест, скорее всего, на соточку. Первый рынок комара с первого хлопка убьешь. Я вообще комаров дом труба шатал, тебе скажу так. Кранты им всем. Козел, комар, комар продажная. Вот так вот. Вообще, о чем я, ребята? Давайте смотреть игру. Сейчас Беллингбаст пойдет от Нерча. Линги выдвигаются вперед. Сейчас мук будет готов. Где Беллинги вообще, Нерч? И почему-то сейчас Беллинги не пилятся. Прямо сейчас, я что-то не понимаю. Королеву пытается окружить, окружил. Непо отгрызть, лингов много, ушел вниз. 10 из этого краснющего Бейна надо впилить. Бейна пилит, Нерч молодец. 28-31, Нерч много лингов заказывает, Беллинг наставит, но способен ли он отбить Беллингбаст Нерчевский сейчас, вот это вопрос. Надо обязательно Нерчу хатку сгрызать, иначе беда. Неплохо взорвал тут несколько лингов. Нерч, почему только одного Бейна впилил, я вообще понятия не имею. А, вот два Бейна сзади подходит. Плеточку пытается поставить Нерч. Еще одна королева очередная выходит. Линги все упали. Так, хата упала у Лейзера. Нерч хату минуснул. Ну и продолжается Беллингбаст. Нет, Нерч там пару рабов сейчас дозаказывает. Мимо плетки пробегает. Не надо агриться на эту плетку.
Еще убивает она в наглую демедженных рингов, как-то, которых с одного удара валят прям. Лейзер тоже беллинг ставится сейчас, беллинг нест. Так, ну тут хату отменить тяжко будет, нерчу. Лейзер отменяет, видит, что беллинги рядом есть. Молодец, почему он так делает? Нерчем первым беллингом и лингами все-таки сбривает хату. Какой же нерч вообще наглый черт вообще, я вам скажу так. И плетка здесь без крипа погибает сейчас. Вот в итоге нерча раньше хата и рабочих больше. Блин, первый раз и лейзер четко, он видел что? Он видел, что два бэйна могут на икс просто взорваться, нет, сейчас рядом. И с плэшем хата погибнет так, что он не успеет отменить, потеряет 300, он отменил вовремя. Но второй раз он заказал, и нерч пришел, все-таки сделал это. А и лейзер то ли не поверил, то ли не среагировал, я не понял вообще, почему он не отменил еще раз. Наверное, пожалел, что второй раз заказал, опять сотку терять там, или 75 сколько там. Так, Зики. Пока лички нету. Вот. Пока лички нету, можешь писать. Я же говорил сегодня. А, может, не слышал. Пиши на мыло PayPal. Вот там указан. И скрил. Это, ну, на это мыло можно мне, в принципе, и написать, когда я его проверяю. Вот. Если что-то там тебе надо. Пока только так. Потом посмотрим, что будет. Ну что, лейзер на самом деле, смотрите, лейзер вровень по рабам с нерчом идет сейчас. У нерча Роуч Ворон строит с овера. Очень много газа как-то скопилось. Сидите, 10 лингов нерч заказывает. Зачем ему 10 лингов сейчас? Плюс к тем, что уже имеются при этом всем. Так, попытка окружить королеву не очень удачная. Здесь нерч на мейн пробегает, хочет спалить, за что происходит. Ну, спалил, ничего, увидит, что ничего здесь нету такого сверхъестественного. И 9 дронов заказывает. По рабам вперед реально вырвался. Подрезал овера и лейзер очередного. 29-37. Вот сейчас уже у нерча есть преимущество по рабам, причем серьезное. Так, что-то совсем прохладно стало, ребят. Сейчас окошко прикрою. Странно, ходит ушей провод. Вот все у них круто, но провод что-то перекручивается. В итоге все-таки лейзер зажал. В общем-то, такие стандартные ЗВЗ-шные колебания. То один, то второй впереди по рабам. Грейды вообще одинаково практически. Тайминг грейдов у нерча с лейзером. Нерч идет четырьмя реведжерами центра. От овера в наглую вычищает оппонента. Тут нерч четко бомбит, конечно, этими фаерболами. Это что-то. И пошел что? Пошел шпиль, правильно. Газ на третий собирать начинает нерча у лейзера. Что у лейзера плюс один мув роучем. Строит овер и, видимо, собирается прессовать. Да, 6 роучей заказывает сейчас. Но я скажу вам, что если лейзер в ближайшее время вперед не выйдет, то нерч сможет накопить достаточно ресурсов, чтобы заказать реально много мутки с четвертой базы. Но нерч сейчас пока роучи строит, то есть он понимает, что тайминговая атака может его врасплох застать, то есть муты
Если лазер пойдет вперед, вовремя добавленной мутки достаточно будет 6-8 штук, чтобы перевернуть замес. Не понял, где там 3-2-2 и что там они где сыграют. Не знаю, что они там где сыграют, что сыграют, что сыграют. Неж Беллинг в камни прямо лазеров вбухивают. И лазер 3 Бэйна закопал, смотрю, здесь интересно очень. Да, и 10 муталисков заказано. Здесь 4-я хатка уже почти готова, 20 секунд всего осталось. 10 муталисков это много, еще 10 дронов нет, строят сейчас. Все на 4-ю базу, при этом все. Роучи, линги идут и лазеровские вперед. Мутка вся вылетела сразу же. Сейчас нужно просто прийти и отбивать, в общем-то, этих роучи, врывающихся и лазеры. Нерчу, простите. Ой, как фаерболы еще зашли. Как же фаерболы зашли. Это разгром. И лазер идет на рампу. Он просто попал в ловушку сейчас. Нерч хорошо фаерболы очень выкидывает. То, что юниты там очень много... При этом юниты очень много дэмэджа получают. Нужно и лейзера нагонять, но у Нерча уже, посмотрите, у него уже 4-я начала добываться, то есть у него уже все хорошо. Так, кстати, кажется, Нерч муту собрался мать, что самое интересное. Кажется, заметил роучи, ползущий к нему, у меня такое ощущение сложилось. Здесь уже везде просто уверсиры. Все абсолютно контролят. 4 овера заказано, вот тут на рампе есть уверсир. Вот они, роучи, ползут, чертова. Нерч это замечает, начинает их принимать. Там еще группа выползла. И лейзер только сейчас сплитит роучи. Так, на третьей базе Нерч принимает. На мейне что? На мейне часть выкапывается, часть сныкалась. И еще группа серьезная бежит вперед при этом всем. Так, одна группа на мейне спалена оказалась. Два в минеральной там линии заказано. Здесь опять же какие-то забегания идут рядом, и лейзер стоит группой роучей такой интересный. Ну, 4 роучи не найти, вот закопанные роучи, их всегда тяжело найти на самом деле. Еще 10 муталисков нет, сделает 20 штук их будет. Здесь везде пытаются отбиться. 15 дронов. Вот смотрите, 2 роуча на второй, 2 на мейне. А сколько напряга? 18 рабочих и лейзер Нерча убивает. Нерч заказывает, конечно, новых дронов, но насколько можно, да, там 7 юнитами просто экономику изводить жестко. Ну, очевидно, что так и должно быть. Порка-плетка на второй. На мейне, на третий, четвертый, что-то ничего подобного не делается. У Талиска уже 23 штуки, и нужно Нерчу, что-то делать ему нужно. Но Королев, очевидно, с плюс 2 не наломится. Будет хайф там пошел сейчас. Лейзеру надо просто не давать запилить, в общем-то, четвертую базу и все. Так, инфесторы появляются. Не, ну мутки можно долго разводить, на самом деле. Хорошо, и лазер тут копается, в общем-то, нечто пытается нагнать. Видеть роуча на ксилнаге. Ну, лазер выйдет сейчас на третью базу. Смотрите, тут нет, четко понимает, куда роучи. Закопанный отступает в таком направлении. В итоге вот так вот четко все происходит. Инфестор уже с 75 энергией, но... Нерч не подставляется. Пошли плетки сейчас везде. Грудов, видимо, надо выходить. Шпиль-то есть. Так, гидроден у Нерча на всякий случай пошел. Пока не понимаю, грудов, не грудов. Вообще во что вообще Нерч собирается выйти. Трансфьюзить заказанную хатку нельзя, поэтому Нерч берет, просто отменяет. Инфесторы вообще хрен пойми где гуляют. На халяву вообще хату отменил. Здесь еще несколько роучи ползли, не доползли.
Ну что, хайп готов. Greater Spire не делается. Ultralis Cavern делается. Опасный микс у Лезера. У королев много энергии. Роучи, Реладжеры, Гидра. Инфесторы. Здесь в это время мутка не шатает, и Лезер не готов. Надо спорок больше добавлять на средней стадии. Микос мимо вообще попер. Нет, через мейн пролетает. К счастью, но мутка все-таки микос попал. При этом нет, шатает третью базу. Мутки много слил сейчас, но ему нужно лимит отдавать. Он хочет ультры побольше сейчас заказать. Нет, правда, не заказ, почему-то уникальный грейс на ультру. Не понимаю, почему. Экономику сильно пошатал. У Лейзера уникальный заказ. Но нерча же нету его, и он почему-то не делает. Очень странно. Так, фаербольчики еще поперли. Писун подчеркивание револьвера поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: на такой ЗВЗ больно смотреть. Ё-моё. Так, фаерболит нерч, пошла активная фаза, ультралис там в кислоте, погиб бедняга весь. Несколько ультралов, вообще не три, несколько ультралов нерчевски. Подходит, фаерболы жестко падают. У нерча делюксовый ультрал, у него вообще 10 в заказе еще. Уникальный армор делается, здесь уже готов, а здесь борода, ё-моё, а не армор. Смотрите, как с 5 армора, да, ультрала тяжело развалить, но все-таки развалил нерч. Короче, битва бивней, спасибо Писун револьвера. Вот. Очередной сатенчик. Спасибо всем, ребят, поддерживайте меня, мой канал. А чё больно-то? Хорошая ЗВЗ. Пошел замес. У вас будет видно, наверное, ГГ пишет Элейзер, ребят. Я пока писуна добавлял. Нет, ну там видно, что 10 ультралов, их было нечем остановить, и Лейзеру просто нечем. Так, что-то там Элейзер все отменяет, непонятно что.
Ну что, Лейзер против Нерча. 2-1 Нерч уже ведет. Эта игра точно не последняя. И Лейзер опять же гаспул с мейна делает. Посмотрите. У Нерча 17-я хата стандартная. После хаты заказан дрон. Два дрона. То есть это три хаты, видимо, билд. Нет, все-таки газ пошел. Очень халявная 17-я хата. Ну что ж, Лейзер пытается чизануть. Как он будет чизануть? Мув Беллинг Баст стандартный. Вообще опасно, конечно. Вот Нерч заказывал 6 лингов в ущерб королеве. Лейзер же делает не в ущерб королеве лингов сейчас. С другой стороны, у него раньше будет инъекция, да, как будто у него раньше прирост придет. Ну, на перспективу, наверное, так даже лучше сделать. Будет ли Беллинг Нест у Лейзера? Должен быть, да, пошел вот Беллинг Нест. Овер прямо через центр летит. Нужно оббежать его, что и Лейзера делает через верх. Здесь, кстати, еще один овер у Нерча есть, которого Элэзер, которого, о существовании которого Элэзер в принципе знать не мог, да? Как бы, то, нет, он о существовании знал, но то, что он правильно вот так вот повешен, Элэзер, естественно, не знал. Так, линги подбегают, сейчас беллингов надо морфить сразу, чтобы сюрприз был для оппонента Элэзера. Пошел морф. Через 4 секунды будет готов ускорение муфлингом. Вот он готов и побежал, готово ускорение. Здесь плетка и две королевы. Плетка в тему еще у Нерча. Беллинг Неста муфлингом тоже делается. То есть если Лейзер с первого здесь врыва не выносит оппонент своего, то это печально для Нерча. Так, ну королев неплохо. Лейзер встречает, принимает. Пару бейнов еще морфит. Похоже, все-таки Лейзер нашел уязвимое место при Эдфирер. Все в порядке. Так, два бейна сейчас зайдут. Плетка не... Если она и достает до бейнов, то вижена-то на них нет все равно. Так, линга встречает, принимает у нас Элэзер. Так, беллинги в дрона взрываются очень даже неплохо. Муф у Нерча не доделался. А когда доделается, уже будет, судя по всему, поздно. Кажется, у кого-то бомбит пердачок маленько. А что Нерч его бомбит-то? Нерч бомбит. Эдши Лейзер его. Так, пошел инвайт. Ну, 2-2, ребят, у нас. То есть, следующая игра тоже точно не последняя, как вы можете понять.
Так, Зики, вижу твое письмо. Вот. Ну, думаю, что эта идея... Идея хорошая, но перед Новым годом обычно много всего. Но это в тех годах было, потому что Яндекс.ГГ года там нам поддерживал, турнир мы пилили. В общем, в этом я даже и не знаю, что будет у нас в итоге. Вот. Здесь у нас Нерч играет с мейна, как вы видите, а Айлейзер играет в хату. После пула, правда, тоже. Вот так идея неплохая, можно запилить. Надо просто как бы не только, надо еще игроков поинтересоваться. Вот. Что там, да как? Так, счет ты увидишь, Сухов, на экране чуть позже. Здесь у нас прибегает Нерч. Уже мув доделся, Лезер с дронами пытается подбочиться. Не, с дронами тут тяжеловато будет подбочиться, дружок. Лингов принимает, королеву прогрызает, дронов тоже понемножечку прогрызает, королева в итоге падает. А что, линги дотекания есть? Да, есть дотекание некоторого количества лингов у Нерча. Здесь Лезер пытается уйти своими лингами, парочкой штук уйти непросто. Морфится первый беллинг, все, мув у Лезера готов, и кажется, он может отбиться здесь. А для Нерча это крайне нежелательный вариант, он отбивается, и Лезер-то здесь в легкую причем. Хорошо, Нерч на рампу не сунул слишком. Ложись, ложись. Как четко хвостом подворачивает Чарлик. Он атаковать пытается, не еще Лезера. Точнее, контратакует Тейлейзер, но Нерч делает контр-забегание небольшое парочкой лингов. В общем-то, оно не особо-то удается. Все, линги накидывают сейчас на плетку фактически. Ну, беллингом надо взрывать плеточку. Ну, Лейзер, ёпрасто, ни в плетку не взорвался, никуда не взорвался. В итоге что-то непонятно наломился, дает Нерчу шанс сейчас. Ну, Нерч четко очень с королевами с плеткой отбивался, между прочим. Ну, парабам, тем не менее, отстает, и у Лейзера уже третья хата делается. Нерчу нечем на это ответить вообще. Так, третья хата у нас тут стоит. У Нерча ставится так же, как у ЛС. Знаете, просто как-то, я не знаю, Нерч очень грамотно все делает, посмотрите. И на ровном месте фактически он сравнялся сейчас. Вроде как у ЛС все замечательно было. И при этом всем он даже вперед сейчас будет выходить по чуть-чуть. Здесь контр-забегание такое интересное. Два дрона минус.
И Лейзер бесполезно бегает лингами своими. Вот можно хоть королеву отжать было, куда она там пошла. Но Нерч увидел вовремя, законтролил. Строит чисто дронов, блин. Нет, что-то не нравится просто. Трансфьюз есть на королеву. Трансфьюз есть на королеву. Частью лингов дрона дерутся, частью королевы. Два всего дрончика теряет в итоге. Так, Лейзер подмастил тут Роучи, 81-68 в его пользу. У Нерча Роуч Ворона даже нет. А, вот в чем все дело. У Нерча даже Роуч Ворона нет. Старый халявный Нерч, а? И Лейзер-то давить идет, между прочим. Тут недавно Нерч Лейзера 3-0 пробрел, а Лейзер сделал свои выводы уже. Смотрю, тут неплохо бьется-то. Заходит как-то криво мимо плетки, правда. Королев надо зашатать, зашатывает первую. Здесь что-то как-то роучи отдаются. Здесь Захат устал. Бьется неплохо. Реведжеров и чуть не морфит. Но вот почему эти роучи не кроют вот эти. Пока эти падают, почему плетку было бы не выбить? В итоге Лейзер пошел вперед, когда те роучи погибли уже. Ну что это за тормозной стиль такой, я чуть не понимаю. Так, все, плетчика падает. Нет, там Реведжер пытается сбрить. Сбрил Реведжера. Ничего и Лейзер не смог с этим поделать. Роуч ворону Нерча готов. Ну тут маловато роучи пока выходит. У Лейзера плюс один уже есть. Это значит, что линги практически бесполезны. Что-то Нерча бомбардирует вообще. Он ГГ перестал писать уже вторую игру подряд. Думал, наверное, что это легкая прогулка для него будет. Не, ни хрена. Лейзер 3-2, у Лейзера матчпоинт. А Нерчу нужно отыгрываться и две карты подряд брать фактически сейчас. Может, Нерч на себя денег поставил? А бомбит его, типа, это актерское мастерство, да, чтоб никто не догадался. Ну, может быть, всякое, ребят. Вторая, какая вторая? Шестая у нас игра, ребят. Нерчо против Лейзера. Финал Варди Капа, Варди Опен номер один. Надеюсь, будет еще Капу он проводить. Будет интересно.
Привет, Эдон, всем привет. Эта игра, возможно, будет последней, но не факт, конечно. Вот, ну в любом случае мы увидимся с вами завтра. Завтра приходите, завтра великолепный ивент будет в 2 часа дня. Вот. Завтра будет Life and Cup, где топовые корейцы будут играться, такие как CJ Hero, Stats и так далее. Ну, они уже без команд, получается, все, но они будут играть, тем не менее. Будем мы это все дело смотреть. Вот. Это будет 14.00. Ну, я пораньше начну, в час, наверное, дня, как обычно, Машу из садика заберу и начну. Вот. Ну, а вы помните, что поддерживать надо меня и мой канал, ребят, поддерживайте, естественно. Включайте отблоки на премиум и подписывайтесь через реквизиты в описании. Напрямую или через плеер поддерживайте. Также подписывайтесь на сам канал и на группу ВКонтакте. Все это есть в описании всех моих каналов. Включая Скадовать и Гудгейма и так далее. И еще Одноклассники, там какой-то кривой, правда, описание, не знаю, как его пофиксить там. Молодец, Фир, дело хорошее. Ну что, ребята, у Лейзера тут все, в принципе, очень даже неплохо в этой игре, насколько я вижу. Он играет плюс один роущий с мувом сейчас. Нерч, правда, какие-то забегания постоянные делают, но у Лейзера больше рабочих. Роучи сейчас выйдут, в принципе, отобьют тут этих лингов, я так думаю. Да, вот два дрона потеряно, но это не так уж много. Так, здесь Роуч один отдается. В Реведжера бы его морфануть, да нету газа. Помогает сейчас Лейзер своим Роучем дроном, но они все падают очень быстро. Лингов что-то многовато здесь. А что дронов-то туда-сюда Лейзер будет, я не понимаю. Это катастрофа для Лейзера. Линги просто Роучи унижают. Линги унижают королев. Еще масс-масс линги вперед идут. Но у Лейзера много Роучев до заказе. И рабочих, самое главное, не так уж много погибло. Так, королева пытается уйти. Но Нерчу не отпускает. И Лингер Роучи принимает. Они успевают встать сюда. Их прижимает к стенке. Здесь Нерчу окружает с разных сторон. Роучи живые. Ну, здесь грамотный Лейзер успел уйти. Линги не так уж круто прямо здесь бьются. Но все-таки что-то много здесь лингов бежит. И самое главное, что армор за контрит идеально плюс один, как бы, грейт. И роучи не смогут линга трех халявно убивать. Просто не шлингами сгрыз и Лейзера сейчас трех бас, посмотрите. Это жестко было с его стороны. Ну а почему? Потому что где стенка-то вообще была? Стенка, может быть, отбился. Тут такой фильм я видел, потом. ЭГ, 3-3, ребят, напряженный финал оказался у нас такой. Нужна решающая седьмая катка просто сейчас.
Так, американский веск у нас будет 21-23, еще это что за дни вообще 21-е? О, это пятница, суббота, воскресенье, кстати. В какое время, интересно, идти он будет? Ну что, погнали. Бой 7-3-3. Решающая седьмая. Так, дорогая, у меня эти дни BlizzCon. Все и так знают, что BlizzCon это именно эти дни. Ребята, золото ставит и лейзер, нерч ставит обычную хату. Обычненькую такую хатку, вторую базу. Вот, ну здесь 4 линга запилено. Сколько рабочих на золото будет и лейзер переводить? Я не знаю, извините, сейчас отвлекся ненадолго, что-то я подустал уже за сегодня, честно признаюсь, стрим сейчас со дня идет, ну, сколько это получается? Уже 9 часов идет стрим, ну, не рекордно, но много. Да, кстати, нерч что-то ГЛХФ, да не писал сегодня. Дронов очень много, и лазер переводит сейчас на золото. Да, вот это точно последняя карта, ребят, на сегодня. Это факт, потому что, ну, бой 7 и 3-3 счет, как вы понимаете, больше быть не может. Ну и так уже стрим долго идет, так что все в порядке. Нужно еще мне будет все на ютубчик выложить. Сегодня был у нас кунг-фу кап немножечко. Там один матч Лайфенга я застал, одну игру точнее даже. Сан против Су и... Варди Опен. Фирер. К сожалению, недолго тебе стрим смотреть, потому что, ну, это у тебя там время другое. У нас уже 10 часов вечера. Игра последняя, как бы, на сегодня. 100% крайняя. Заключительная, я бы сказал. Финальная игра финала. Дабу 1 все пришло, то есть 3-3. Ну, посмотрим, кто возьмет в итоге.
никто не возьмет. Здесь беллинги у Нерча, они заходят на золото сейчас, эти беллинги. Смотрите-ка, и лейзер вообще не реагирует. Поздно среагировал, дроны в кучу, так вот жесткий, 5 дронов минус. И здесь 4 в куче, 6. Так, рабочих уничтожил, Лин грызет дэмэджа, на 7-8 убил. Еще этого хотел сгрызть, этому повезло, парнишке. Ну, 8 дронов крайне неприятно. Надеюсь, уже работал Нерч в плюсе. Лейзера, тем не менее, золото есть, в отличие от Нерча. Отсюда бы с мейна сорвать побольше пробугу, вывести бы сейчас. Да, и Лейзер абсолютно верно делает, как я и подумал, что нужно сделать. Взять побольше на золото, чтобы оно полностью было раскачано, тем самым нивелировать хоть как-то этот врыв. Потому что его тяжело все-таки будет нивелировать. Нерча больше добычи, но сейчас золото начнет и лазер добываться. Я думаю, он как минимум сравняется по добыче. Так, здесь 16-16, а здесь у нас что? Здесь 16, здесь 12. Откуда у Нерча такая добыча-то гигантская? Я чуть не понимаю. А, ну тут и лазер катает рабов. Ну, не намного. Больше у Нерча не намного, у него просто больше рабочих. Так, за третье место Варди сказал, что не будет матча за третье место, потому что слишком затянулось из-за серверов сегодняшний турнир затянулся, ну и решили не проводить, короче, за третье. По 100 баксов там примерно получат за третье место, и Life и DNS вот так вот. Так, 9 дронов бабахнуло. Опять золото нерч бомбит и лейзеру. И на вторую заходят тут дроны. Ой, и беллинг один. Ну, тут беллинг ничего не сделает, абсолютно точно. И лейзер только рабочих вынужден строить. Сейчас обогнал нерча, кстати, по рабам. Ну, нерч улын, что ли, делал? Да, роучи идут вперед, ребят. По юнитам, давайте посмотрим. 8 роучи реведжеры делаются. Маслинги добавляют. 78-51. И в этот раз министами поменялись. В прошлый раз лейзер пушил нерча, когда у того не было роуч ворна. Сейчас точность туда наоборот все происходит, и я почему-то уверен, что с такими лимитами, без обороны, при отсутствии роучей, плетка даже не успевает доделаться, просто у лейзера нет шансов никаких отбиться. Фаербол по королеве по одной попадает, плетка доделалась, слава богу, но одна плетка, ребят, не спасет, линги все на беллингах нерчевски взрываются, и лейзеровски. Фаербол и плетки пошли, здесь трансфьюзы идут. Так, еще лингов, беллингов выводит и лейзер. Мне еще пытается окружать. Королеву одну вроде как зажал. Четыре-три, все-таки нерч. Ну, что-то у него сегодня жестко бомбило. Может, и лейзер там его в чатике тральнул, где-нибудь в личке тральнул маленько, не знаю. Пытается лейзер держаться, 7 роучей закрыто, нет, что тут камни сгрызает, чтобы золото уже точно забрать. Ну и все, золото точно заберет, лингов очень-очень много, сам там рабочих подстроил, роучей добавил. Лейер доделывается уже, да нет, это для лейзера очевидно все. Пиу, делает роучи, его брудники сгрызают, ну ё-моё, что таким дохлым-то добивал сейчас. Здесь пытается нерч и лейзера контрзабеганием. Роучи пошли куда-то вперед у лейзера, а нерч прирост принимает. ГГ пишет, и лейзер понимает, что ситуация уже катастрофическая, ребят. Я сделаю стоп-старт, не расходитесь. Сейчас посмотрим прощальный ролик про Лигимы. Ждите меня. Сейчас задержку сразу уберу, чтобы сразу начать просто...